сейчас дома? В основном это больше пациенты, которые нуждаются в психотропных препаратах. Эти мы и обеспечить не можем. А так, в принципе, все, что есть, мы все пациентам даем. Карбамазепин есть. Может быть меньше, потому что сильно обстрел. Ну что, страшно чуть-чуть, ну нормально. Все равно работать надо. В любом случае. Ну, первое, что мы уже здесь выросли, тут живем, и ехать мы не собираемся. Ну, потом и дедушку перевозить. Я боюсь его везти куда-то, он может по дороге умереть.